У меня наконец-таки полезли первые цветы. Крокусы. Ой, что-то тут у меня кора сверху. Вот они, красавчики. Вот они. Только-только распускаются. А еще вчера под дождичек муж у меня подкормил газон. Разбросал здесь везде удобрения. Вот такое у нас удобрение было куплено заранее. Показываю, потому что знаю, сейчас будете спрашивать, чем подкармливали. Удобрение для газона антимох. Оно комплексное, с повышенным содержанием калия и магния. Для насыщенного цвета и плотного газона. Раскидал вчера тут под дождичек везде. Удобрил. А я сейчас буду подкармливать чеснок. Уже пора. Подкармливаю я его, первую подкормку провожу мочевиной. Сейчас я вам его покажу, поймете, на какой стадии я провожу первую подкормку. Мочевину уже достала, смотрите, обычно я ее развожу. На 10 литров воды кидаю 15 грамм, ну, короче, примерно, спичечный коробок, примерно, на глаз. Размешиваю в лейке это все, она растворяется, и я поливаю грядку. Но так как у нас эти дни дождик, и еще по прогнозу он будет, поэтому земля и так влажная, поэтому я просто ее раскидаю по грядке, а потом дождик польет. Вот они, мои две грядки с чесноком. Вот они. Посмотрите, какой чесночок. Примерно перо торчит сантиметров на 4-5 из земли. Видите? Вот именно на такой стадии ему необходима подкормка для хорошего старта роста пера. Сейчас мы его и подкормим.